На часах 7:00, раннее утро. Спортсмен Сергей Акопян выходит на пробежку. С этого он начинает каждый свой день. Дальше у него по плану зарядка на свежем воздухе и небольшая техническая подготовка. Утром спортсмен раскрывает свои мышцы, подготавливается к дневной тренировке. В своей подготовке я провожу 3 тренировки в день. В процессе своей подготовки это утро, зарядка, как бы кросс. А после боксер отправляется в свой родной спортивный зал. Именно там он ежедневно проводит большую часть времени. Тренироваться и тренировать будущих чемпионов – то, чем горит и живет Сергей Акопян. На его счету 11 профессиональных боев и ни одного поражения. И снова в атаке Сергей Акопян. Кадры с Кубка Казанского Кремля. Международный турнир был приурочен ко Дню Республики Татарстан. Соперником мытищинца стал профессиональный боксер из Узбекистана. К соревнованиям Сергею основательно подготовиться не удалось. На то были свои причины. Я к этому бою готовился 2,5 недели. Скажу почему. Потому что турнир всегда переносился. Но к этому сопернику он был левша, неудобный, да, как бы, и особая подготовка нужна была. 2,5 недели этого было недостаточно. Но несмотря на переживания боксера, он покорил и этот ринг. Уже после 3-го раунда Джамшетбек Тажибоев отказался от продолжения боя. С помощью своей команды, тренера моего Сарибекяна Тиграна, который всегда верит в меня, и общими усилиями, общими командными действиями смогли провести достойный бой, я думаю. Все свободное время от турниров Сергей Акопян тренирует будущих чемпионов. В мире бокса, где ставки высоки, для своих подопечных он не просто наставник, а настоящий второй отец. Он помогает в организации боев и продвижении спортсменов. Но это далеко не все его планы. Мы хотим вот сейчас реализовать проект, где будут заниматься дети из неблагополучных семей, дети из детского дома, да и любой житель будет приходить заниматься у нас спортом. Как бы боксом, и духовно будет развиваться. Профессиональная карьера боксера – это не просто путь к спортивным достижениям и славе, а настоящие горки эмоций и испытаний. И с ними мытищинский спортсмен справляется на отлично.